Последний день группового этапа, и сегодня команды играют свой 6-й матч в турнире. Знаешь, Георгий, всегда интересно наблюдать, как игроки пытаются справиться с давлением, напряжением и играть, будто бы на кону ничего не стоит. Принимающая сторона лидирует в группе и уже никуда с первого места не денется, а ведь для них это большое достижение. Действительно, такой прыти от них я лично не ожидал. Однако это тот случай, когда я рад, что оказался неправ. И смотрим на состав ЦСКА. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Это может быть опасно. И прерывает защитник эту передачу. Баграмян. Жервиньо. Армейцы в атаке. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. И в разрез. Шикарно. Ну, может быть, подать пора? Орен Баграмян. Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Игра головой. Мяч остается у его команды. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. Это горчишник. Вполне справедливый. Выходят они вперед в счете. Любит этот парень подключиться в атаку, но сейчас явно не ожидал соперник таких действий от него. Да, и когда забивает защитник, согласись, это все-таки всегда выглядит неожиданно. 1-0 в нашей игре. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Это может быть опасно. Опасная подача была, но оборона справляется. Любовь не то слово, которое характеризует отношение домашних трибун к этому футболисту. Мяч в игре без задержек. Посмотрим за этой атакой. Партнеры поддерживают эту атаку. Навес. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Мяч ушел на угловой. Выигрывает борьбу вверху и бьет. И мимо бьет. Вроде сделал все как по учебнику, а пробил выше ворот. Грациано Пелле. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Армейцы атакуют. Он бьет. Какой момент и как здорово сыграл защитник.
И вот потери в центре поля. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Великолепно исполненный пас в разрез. Шанс. И пробил. Опасно. Гол. Удар низом. И тут вратарь оказался бессилен. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Замена по счету. Им необходимо забивать, чтобы спасти этот матч. Первая половина матча была полна событий. И думаю, что команды планируют не сбавлять обороты и порадовать нас искрометным футболом и во второй половине. Нарушение очевидное. И судья может показать карточку. Точно в руки голкипера. Ушел мяч. Аут. Белли. Тут может что-то получиться. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Он накручивает соперников одного за другим. Баграмян. ЦСКА! Ну, безусловно, этот игрок обладает высочайшим техническим мастерством, чтобы создавать и реализовывать такие моменты. Да, и совершенно непонятно, как защитники так легко дали себя пройти. На табло 3-0, это разгром. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Терпеливо ждут они своего шанса. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Еще много времени до конца матча. 30 минут. Да, болельщики не дают ему сегодня спуску. Арбитр должен был прервать игру и прервал. Травмированный игрок покидает поле. Игра возобновится. Ввода мяча из аута. Сохраняет мяч футболист. Это может быть опасно. Острый пас армии. Ударище просто. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Ждем подачу от углового флага. Щенников! Удар! Опасно! В штангу мяч угодил! Играй! Тут надо было просто вынести мяч, что защитник и сделал. Это может быть опасная атака. Алексей Миранчук. Какой удар!
Ну что, а вдруг влетел бы мяч в ворота? Правильно сделал, я считаю, что попробовал пробить. Да, старания и желаний этому нападающему, конечно, не откажешь. Но вот на этот раз отличиться им. Вратарь намертво забирает мяч. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасно. Надежно играет защитник. Атака прервана. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Ахмед Муса. Отличный прием. Так держать. 81-я минута. Миранчук. Тут просто подарили мяч сопернику. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Посмотрим за этой атакой. Где же удар? Гол! Мяч в сетке! Вот такой вышел матч на кураже от первой и до самой последней минуты. Такое впечатление, что вообще играла сегодня только одна команда. Она полностью переиграла своего соперника. 4-0. Ну, это разгром. Тут может что-то получиться. Здорово сыграно. Как же он сегодня хорош в единоборстве. 3 минуты добавлено к основному времени. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Защита справляется. Все, звучит.